Блин. Сейчас бы еще такую музычку, когда ты на втором аккаунте накопил. Ай, давай. 10 миллиончиков, давай. 10 миллионов, 10 миллионов. Ура! 10 миллионов, господи! Это так сложно было, вы не представляете, ребят. Ты на Тесле Родстер с X1 и еще все эти дела. Мы заходим в магазинчик, покупаем нашу Ханти Веном. Второй раз уже покупаю Ханти Вену в своей жизни. Пау, все, ура, 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 ура. Знаешь, надо было копить, ну, надо будет быстренько сегодня купить еще за 1 лям вот эту вот тачечку. Все же ты лимитка, и хотелось бы, чтобы... Тут чисто лимитки у меня будут, и вот она, Ханти Веном. Ух ты, какая... За 10 миллионов, ура. Теперь, я думаю, я быстрее буду копить денежки. Хотя бы на Ханси Веном. Сейчас посмотрим, сколько даже с X1 у нас будет зарабатываться денежек. 1400 уже больше. Хорошо. Это очень хорошо. Это 300 разогнались. 370, 380. 300, 400 уже летим. О, разгон! Я получил ачивку на втором аккаунте, зашибись. Ну, ходите Веном. Чего ходили? Реально очень прикольная машина. Нравится мне она. 10 лямов. Для людей, которые... Ну все, первое, так сказать, сделано. Вот как я шел к этой машине. То есть Lexus купил, потом Tesla Type 3, Porsche Taycan, Tesla Roadster и Ханси Веном. Ну, McLaren он бесплатный давался, и ну, тоже бесплатный. Всего 5 машин. 5 машин я купил. И накопил на Ханси Веном. Что могу сказать? Всем спасибо за просмотр. Следующее, что я буду, наверное, копить, это уже... куплю вот эту вот лимитку за 1 миллион. Потом буду копить на салон. Да, я салончик хочу купить. До конца прокачать. Там 2 ляма вроде надо. И куплю... Потом буду копить уже на дом. 10 лямов. Потом мне, конечно же, еще предстоит купить... Феррари Монза за 7,5 миллионов. И Ламборгини вот эту 10 лямов. Ну, капитал, может, будет у меня 40-50 миллионов. Вот так вот, да. Офигенно. Ладно, всем удачи, всем пока-пока. До скорой встречи.